благодаря фонду Андрея Лысенко и его подписчикам, мы сегодня в день воскресный разводим гуманитарку. Вот здесь вот у нас посуда, подушки. Едем к людям, к переселенцам, едем в ПВР, едем в ТЭР-центр по Углегорску, по Дебальцево, разводим помощь. Хочу выразить большую благодарность, огромное вам спасибо за то, что оказываете помощь таким, как я. У меня вот, например, лежачий муж, памперсы очень стоят дорого, а вы оказываете помощь, помните о нас.